Еще один действующий чемпион Европы. Дмитрий Алиев, Санкт-Петербург, ученик Евгения Рукавицына. Его карьера идет по нарастающей. Всему свое время. 2 года назад было здорово и шикарно, что он просто попал в национальную олимпийскую команду, но выступить в Пхенчхане в командных соревнованиях ему не дали. Тогда по статусу без вопросов Михаил Калида был выше. Но 2 года прошло, и сегодня Дмитрий Алиев номер один национальной команды и номер один европейского мужского фигурного катания. На льду Дворца спорта «Юбилей» Дмитрий Алиев. На самом деле просто в кайф, что в сборной России по фигурному катанию сейчас несколько разноплановых фигуристов. Саша Самарин, Дима Алиев, да тот же самый Михаил Калида. Это абсолютно разные персонажи с разным стилем катания, но одинаково успешные, когда они в своей оптимальной форме, одинаково успешные на крупнейших международных стартах.